Сбор дополнительных средств для помощи подтопленцам в Сочи продолжается. Специально для этого городское отделение Красного Креста открыло счет. На сегодняшний день туда поступило уже более 4 миллионов рублей. Надо и продолжать мотивировать наших жителей на перечисление на счет Красного Креста. Ну и, конечно, внимательно оказывать всем пострадавшим помощь, настолько, насколько у нас будут такие возможности. На призыв помочь отозвались не только простые граждане, но и крупные городские предприятия и целые отрасли. Так, более 600 тысяч рублей перечислили санаторно-курортные учреждения, 800 тысяч – учреждения здравоохранения, более 500 – управление образования. Еще миллион пришел сочинцам от жителей Крыма. Поступившие средства уже начали распределять среди наиболее пострадавших. Это прежде всего те семьи, которые находятся у нас в пункте временного размещения. То есть это те семьи, которые наиболее пострадали, которые на сегодняшний день до сих пор не могут вернуться в свои дома, у которых наибольший процент поражения имущества и самих жилых помещений. Вот по 22 семьям принято решение, и общая сумма помощи этим семьям 2 миллиона 100 тысяч рублей. Но это еще не все. На днях ожидается поступление на счет средств от городской и районных администраций. Каждый чиновник пожертвовал свой однодневный заработок в пользу пострадавших от наводнения. Эти деньги также распределят между самыми нуждающимися семьями. Галина Захарова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.